Министр обороны проинспектировал Новосибирскую дивизию ракетных войск стратегического назначения. Уже до конца этого года дивизия должна быть перевооружена новейшими ракетными комплексами «Ярс». Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии более 10 тысяч километров. Глава ведомства также проверил, как выполняется оборонный заказ на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Предприятие выпускает многофункциональные истребители, бомбардировщики поколения 4++ Су-34. Планируется, что к 2020 году они полностью заменят в войсках бомбардировщики Су-24.